Снимаем диффузор с радиатора и снимаем расширительный бачок. Побрызгаю немножко химии. Автомобильная химия, Керхер, еще ею покрою.
все. Вот такой вот стал радиатор. Моем на двигателе. То есть моем кондиционера. Прикрутил диффузор на радиатор и устанавливаем радиатор. Вот эти штифты внизу ставятся в резиновые подушки. Откусил хомут и устанавливаем планку. Прикручиваем вот эти болты боковые. Болты смажу. Также наживляем со второй стороны. Радиатор кондиционера я немножко выгнул, он теперь радиатора не достает, а то было у нас натерто на радиаторе, сейчас стоит на расстоянии. Также увидел, на панели валяется сигнал с оборванным креплением. Отломанная. Сейчас пластинку сделаю, закреплю сигнал. Thank you.
Даже сигналит. Так, ну что, собираем дальше. Ставим. Ставим на место горловину бачка омывателя. Ставим клипсу. Устанавливаем фару. Так, здесь у нас скрипело. Ставим вторую фару. Так, фары установили. Теперь ставим на место патрубок. Расширительный бачок. И подключаем электровентилятор. Здесь вот снизу у нас проводка, которую снимали. Тоже защелкиваем. Одеваем хомут. Воздуховод. Клипса не родная, забивается с молотка. Так, ну что? Накидываем бампер.
Здесь уже родное переломано. Стоят жигулевские запчасти. Подключаем противотуманку, то есть подключаем поворотник и вставляем на место. Фиксируем клипсой. Так, ну что, теперь прикручиваем по бокам вот эти места, но здесь сейчас придется что-то опять придумать, потому что все повырвано. Вот они, болты здесь через большую шайбу подставил, потому что ухо не прижимается, вырвано. Нижний подтянул, сейчас верхний дотягиваю. Все, верхний тоже затянул. Теперь ставим на место подкрылок. И крепим его за то, что за его можно прикрепить. Есть у меня новые восьмерочки. Все, идем на вторую сторону, крепим вторую сторону. Оба подкрылка я закрепил, поднял автомобиль. Теперь ставим шланги на охлаждение коробки. Сейчас выдергиваем болт и быстренько его одеваем на штуцер. И теперь второй, чтобы он не побежал у нас. Все. Одеваем хомуты. Одеваем патрубок на радиатор. Подмятый, что расстояния мало.
Опускаем автомобиль и заливаем антифриз. Заливаем антифриз АГА. Номер его идет АГА 049Z. Это 5-литровая канистра. Закрываем и заводим. Все, а теперь тестируем, проверяем, как машина будет себя вести, будет опять греться или не будет. По трассе идет нормально, только в пробке встает, минут через 10-15, как встанет в пробке, начинает выкидывать через расширитель тосол. Опять выезжает где-нибудь на трассу, ну опять же, не обязательно трасса, в том же городе, но без пробок едет, все, ничего не выбрасывает, все нормально работает. Поэтому и промывали радиатор. На этом промывку радиатора мы закончили. Всего вам доброго!